Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такой красивый узор астры или маргаритки. Вяжется он довольно-таки быстро, но стоит вникнуть в систему его вязания. Раппорт узора составляет 6 петелек, плюс 1 для симметрии для образца и 2 кромочные. Я себе набираю 39 петелек классическим способом и начинаем вязать первый ряд. Одну спицу вытягиваем, первый ряд вяжем полностью все петельки с кромочными лицевые. Последнюю кромочную мы провяжем изнаночной. То есть начинаем провязывать первый ряд, все полностью петельки лицевые до конца ряда. Кромочная, изнаночная и разворачиваем на изнаночный ряд. Второй ряд мы провяжем таким образом. Кромочную снимаем, вторая провязываем изнаночной. Затем делаем накид. И вяжем изнаночный. Таким образом вяжем 5 раз. Накид изнаночная, это уже второй раз. Накид изнаночная, третий раз. Накид изнаночная, четвертый раз. Накид изнаночная, пятый раз. Затем провязываем одну изнаночную. И снова накид изнаночная, первый раз. Накид изнаночная, второй раз. Накид изнаночная, третий раз. Накид изнаночная, четвертый раз. Накид изнаночная, пятый раз. Снова провязываем одну изнаночную и начинаем. Накид изнаночная, первый раз. Накид изнаночная, второй раз. Накид изнаночная, третий раз. Накид изнаночная, четвертый раз. Накид изнаночная, пятый раз. Одна изнаночная и снова. Накид изнаночная, первый раз. Накид изнаночная, второй раз. Накид изнаночная, третий раз. Накид изнаночная, четвертый раз. Накид изнаночная, пятый раз. И изнаночная просто. Накид изнаночная, первый раз. Накид изнаночная, второй раз. Накид изнаночная, третий раз. Накид изнаночная, четвертый раз. Накид изнаночная, пятый раз. Изнаночная. И последний раз. Накид изнаночная, первый раз. Накид изнаночная, второй раз. Накид изнаночная, третий раз. Накид изнаночная, четвертый раз. Накид изнаночная, пятый раз. У нас остается петелька, довязываем ее изнаночной и кромочной изнаночной. Второй ряд провязан. Третий ряд. Кромочную снимаем. Первую провязываем лицевой. А затем у нас пошли петельки лицевые с накидом. Лицевая, накид. Мы за заднюю стенку снимаем эту петельку, а накид спускаем. У нас получается вытянутая петелька. Итак, делаем 5 раз. Снимаем за заднюю стеночку, накид спускаем второй раз. Снимаем за заднюю стеночку, накид спускаем третий раз. Снимаем за заднюю стеночку четвертый раз, накид спускаем. И снимаем за заднюю стеночку, накид спускаем пятый раз. На правой спице у вас 5 вытянутых петель. Таким образом возвращаем их, как снимали, на правую спицу. И из этих 5 петелек нам нужно вывязать 5. То есть смотрите, мы лицевую бабушкиным способом вяжем вот так вот за переднюю стеночку. Так вы их и берете, все 5 штук, и провязываете лицевую, но петельки не снимаете с левой спицы. У вас на левой 5 петелек, на правой 1. Делаете накид, у вас уже на правой 2 петельки. Снова провязываете лицевую, у вас на правой спице 3 петельки, снова накид 4, ныряем, делаем снова лицевую, на левой спице 5 петелек, на правой спице 5 петелек, снимаем. У нас получилось, таким образом провязали из 5 петелек 5 петелек. И снова провязываем 1 лицевая, вторую петельку спускаем, накид снимаем, у нас вытянутая петелька. Снова снимаем петельку на правую спицу за заднюю стенку, петельку вытянутую сделали с помощью снятого накида. Снова петельку спускаем, переодеваем на правую и так 5 раз. Вот они, сняли у нас 5 вытянутых петелек снова на правой спице. Возвращаем их на левую. И бабушкиным способом за переднюю стеночку провязываем из них всех 1 лицевую. Но не спешим снимать их.
делаем накид, снова ныряем под 5 петелечек, делаем лицевую. У нас с левой стороны 5 петелек, с правой 3. Делаем накид 4 и ныряем, делаем лицевую 5. На левой спице, на правой спице по 5 петелечек. Теперь снимаем. Снова лицевая и опять продолжаем спускать наши накиды, снимая петельки. И так 5 раз делаем. Сняли 5 петелек, вернули их на левую спицу. И за переднюю стеночку провязываем лицевая, накид, лицевая, накид и лицевая. Снова вывязали 5 петелек из 5 и спускаем. Снова лицевая. Одну петельку снимаем за заднюю стенку, вторую снимаем, третью, четвертую и пятую. 5 вытянутых петелек возвращаем на левую спицу. Из 5 вывязываем 5. Провязываем сначала за переднюю стеночку лицевую петельку. Затем делаем накид. Снова ныряем, делаем лицевую. Накид. И последняя лицевая. Провязываем пятую из 5. Снимаем петельки. Лицевая. Сняли петельку. Сняли, сняли, сняли. 5 раз. 5 петелек вытянутых возвращаем. Возвращаем на левую спицу. И из 5 снова ввязываем 5. Бабушкиным способом делаем лицевую, накид, лицевую, накид. И последний раз лицевую. То есть получается, провязываем, чередуя лицевая, накид. 3 лицевых у нас провязанных и 2 накида между ними. Снова лицевая. Спускаем петельки на правую спицу 5 штучек. И возвращаем на левую спицу этих 5 петелек. И снова из 5 вывязываем 5. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И спускаем петельки. Довязываем лицевая, кромочная, изнаночная. Четвертый ряд. Четвертый ряд у нас отличается от второго. Кромочную снимаем. И начинаем с самого начала, не провязывая изнаночную, делать накид, изнаночная. И так 3 раза. Накид, изнаночная и накид, изнаночная. Просто провяжите одну изнаночную. И начинаем, как во втором ряду, провязывать накид с изнаночной 5 раз. Накид, изнаночная. Первый раз, второй. Накид, изнаночная, третий раз. Накид, изнаночная, четвертый раз. Накид, изнаночная, пятый раз. Отделяем изнаночную. И снова накид, изнаночная, один раз. Накид, изнаночная, второй раз. Накид, изнаночная, третий раз. Накид, изнаночная, четвертый раз. Накид, изнаночная, пятый раз. Отделяем изнаночной. И снова 5 накид с изнаночной. Один накид с изнаночной, второй накид с изнаночной. Третий накид с изнаночной и четвертый накид с изнаночной, пятый накид с изнаночной. Провязали наши 5 накидов с изнаночной и делаем одну изнаночную. Теперь снова накид изнаночная один раз, накид изнаночная второй раз, накид изнаночная третий раз, накид изнаночная четвертый раз, накид изнаночная пятый раз. Отделяем изнаночной. И снова накид изнаночная первый раз, накид изнаночная второй раз, накид изнаночная третий раз, накид изнаночная четвертый раз, накид изнаночная пятый раз. Делаем снова изнаночную. И у вас на левой спице 3 петельки и последняя кромочная. Довязываем этот ряд. Накид изнаночная 3 раза, накид изнаночная второй раз и накид изнаночная третий раз. Кромочная, просто изнаночная. Пятый ряд. Кромочную снимаем и с самого начала, не провязывая лицевую, как в третьем ряду, просто спускаем 3 петельки. Накиды спускаем и переодеваем на правую спицу. 3 эти возвращаем. Снова на левую спицу. И из 3 мы вывязываем, вывязывать будем 3 петельки.
Бабушкиным способом вяжем лицевую за передние стеночки, из трех одну лицевую, делаем накид и из трех провязываем снова лицевую, спускаем петельки. То есть, как мы делали из 5 петелек 5, то здесь из трех вывязали 3. Теперь чередуем лицевая, снова спускаем петельки, но у нас их уже 5, 3, 4 и 5. Возвращаем на левую спицу и из 5 вывязываем 5 за переднюю стеночку лицевую, не снимая накид, снова лицевая, накид и заканчиваем лицевой. Чередуем теперь лицевая, 5 спускаем, 1, 2, 3, 4 и 5. Возвращаем их на левую спицу и из 5 снова провязываем лицевую одну, накид, лицевую, накид и заканчиваем лицевой. Обязательно следите за количеством петель, чтобы не завязать лишнюю петельку. Теперь снова лицевая, спускаем 5 петелечек с накидами, спустили, вернули на левую спицу. Бабушкиным способом провязываем лицевая, накид, лицевая, накид и лицевой закончили. Снова из 5 вывязали 5, лицевая. Снова спускаем 5, 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаем на левую спицу и из 5 вывязываем 5. 1, 2, 3, 4 и 5. Снова провязали лицевую и спустили 5 петелек. 3, 4 и 5. Вернули на левую спицу 5 петелек. И из них вывязываем 5. Лицевая, накид, лицевая, накид. И заканчиваем лицевой. Спускаем все петельки и провязываем лицевую. Теперь снова спускаем наши 3 оставшиеся петельки. Возвращаем их на левую спицу. И из 3 вывязываем 3. Провязываем лицевую, накид и лицевую. Кромочная, изнаночная. Провязав 5 ряд, 6 ряд провязываем как 2. Кромочную снимаем, затем провязываем изнаночную. И начинаем. Накид, изнаночная, 1, накид, изнаночная, 2, накид, изнаночная, 3, накид, изнаночная, 4, накид, изнаночная, 5. Просто изнаночная и снова накид, изнаночная, 1, накид, изнаночная, 2, накид, изнаночная, 3, накид, изнаночная, 4, накид, изнаночная, 5. Изнаночная и снова накид, изнаночная, 1, накид, изнаночная, 2, накид, изнаночная, 3, накид, изнаночная, 4, накид, изнаночная, 5. Изнаночная. Накид, изнаночная, 1, накид, изнаночная, 2, накид, изнаночная, 3, накид, изнаночная, 4, накид, изнаночная, 5. Итак, провязываем, чередуя изнаночная, затем 5 петелечек, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Так провязываем, получается этот ряд, накид. Сначала провязываем изнаночную, затем накид изнаночная 5 раз, изнаночная, накид изнаночная 5 раз. И в общем, получается, довязываем до конца накид изнаночная, изнаночная и последнее заканчиваем изнаночная и кромочная тоже провязываем изнаночная. Седьмой ряд провяжем как третий. Кромочную снимаем, затем идет лицевая. Спускаем потом 5 петелек лицевых с накидами и провязываем, возвращая на левую спицу из 5 петелек 5. И вот так вот 1, 2, 3 лицевая, 4 накид и 5 лицевая. И продолжаете провязывать
третий ряд до конца, то есть чередуя лицевую из 5, 5, лицевую из 5, 5. Затем развернете на изнаночную, начинаете провязывать, получается, с 3 накидов изнаночная, чередуете изнаночная, 5 накидов изнаночная, изнаночная, 5 накидов изнаночная, изнаночная. И так продолжаете по очереди. То есть у вас получается первый ряд вы провязали просто лицевыми, и со 2 по 5 ряд вы продолжаете в последующих рядах чередовать. То есть 2 изнаночный, 3 лицевой, 4 изнаночный, 5 лицевой. И они по очереди продолжаются провязываться до нужной вам длины. И когда вы провяжете несколько рапортов в высоту, у вас получится вот такой замечательный узорчик астрочки. Я надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока!